Раз, два, три, четыре. Новое дыхательное оборудование получил санаторий «Можайский» для лечения пациентов, переболевших коронавирусом. Он называется «Универсал-11». Его изобрели самарские ученые. По словам врачей, пациенты замечают эффект от его использования после третьей-четвертой процедуры. Всего же нужно пройти 10 сеансов, после чего препарат, а используется он только индивидуально, можно забрать домой и там продолжить восстановление. Задача – вернуть функцию дыхательной системы в прежнее состояние. До этого тренажера форсируется и тренируется как вдох, так и выдох. Мы можем оказывать воздействие. Но у пациентов после перенесенной коронавирусной пневмонии очень аккуратнее нужно быть именно с функцией выдоха, с фазой выдоха. Поэтому на более раннем этапе мы тренируем только функцию вдоха. Выдох происходит ламинарно, в спокойном состоянии. После того, как человек переболел коронавирусом, у него нарушаются функции сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Чтобы понять, достигает ли эффекта лечения с помощью нового препарата, медики используют оценочные шкалы. Сравнивают показатели до, после и во время проведения сеансов. После таких тренировок сатурация у пациентов, у которых было 96%, нормализуется до 98-99%. Повторяем вот так дыхать и заново повторяем упражнение. В санатории «Можайский» создано 120 мест для лечения пациентов, переболевших коронавирусом. Здесь они проходят восстановление в течение 2 недель. Всего в санаториях региона подготовлено 485 коек для долечивания больных с COVID-19. Помимо «Можайского», пациентов принимают санатории имени Чкалова, Волга и Сергиевские минеральные воды. Виктория Шарая, «События».